30 на 31 января 2016 года в Анапском районе было отключение фидера АП-16. 2 часа 11 минут ночи он отключился. Включили мы его в 9 часов 14 минут. Причина отключения — авария на потребительском участке сети. Также 30 числа у нас были отключения в станице Гастогайской. Причина: в течение 3 часов не было света. Причина отключения — сторонним транспортом была сбита наша опора. Сегодня утром в 7:20 утра у нас также были на этих фидерах отключения. Причина та же самая. К сожалению, это аварии на потребительских участках сети. Надеемся на понимание наших потребителей и приложим все усилия, чтобы наладить с ними контакты и в дальнейшем данные ситуации не повторялись.